Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом обложения НДФЛ, доходов, которые выплачиваются работникам, занятым на вредных производствах, а также работникам с ученой степенью. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы видите. И в первом письме рассматривался вопрос о том, как облагать доход работника в виде возмещения физиологических затрат. Ну, такие выплаты осуществляются работникам, которые заняты на работах с вредными и опасными условиями труда. Отвечая на данный вопрос, Минфин указывает на то, что какие-либо основания для освобождения такого рода выплат от НДФЛ отсутствуют. И в этой связи Минфин делает общий вывод о том, что такого рода доходы должны облагаться в общеустановленном порядке. В общем-то, схожий вывод делает Минфин и в отношении надбавок за ученую степень. Так, Минфин опять же указывает, что соответствующие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц на общих основаниях. Таким образом, как работникам, так и работодателям, которые выступают налоговыми агентами, необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина в целях правильного определения своих налоговых обязательств. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!